И может получиться опасно. Разбегаются по флангам краснодарцы. И вот сейчас следует передача. Пустые ворота! Вот это гол! Передача на Быкова. Быков здесь тоже выделяется своей агрессией в хорошем смысле этого слова. И прической, конечно. А вот он шанс! И счет становится 2-0. Высокий, наверное, взрослый уровень на профессиональном. А у нас тем временем 3-0. 3-0. Это опять? А, нет, мне показалось. Это финальный свисток, который подтверждает и свидетельствует о победе краснодарского Краснодара в матче над Минским Минском. 3-0.